Друзья, всем привет! Давненько мы с вами не виделись. Вы только не переживайте, мы никуда не пропали, все в порядке, все в штатном рабочем режиме. Просто лето, сезон отпусков, свои какие-то личные дела, стройка. И на съемки остается очень мало времени, и в связи с этим в летний период видео будут выходить пореже. Ну а теперь давайте про актуальные новости, которые уже были и которые интересуют вас, как они вообще разрешились или нет, и о том, что будет, что также не менее важно. Итак, в первую очередь, по-прежнему чешский счет, наш чешский счет заблокирован, денежные средства заблокированы. К огромному сожалению, дело передано в полицию. У властей есть претензии по поводу закупки и вывоза автомобилей дороже 50 тысяч евро. Это достаточно серьезное на самом деле дело. Я уже встретился даже со скептиками, которые: «Ой, да ты там все придумываешь, выдумываешь, там деньги захотели себе заграбастать». Это нормально, абсолютно нормальное мнение, но тем людям, у которых деньги были заблокированы, те люди, которые на сегодняшний день пострадали, да и мы в том числе, наши деньги тоже заблокированы, были предоставлены документы, работает юрист. Мы делаем все возможное для того, чтобы разблокировать денежные средства, купить либо более дешевые автомобили, либо вернуть эти денежные средства обратно заказчикам, скажем так, и себе в том числе. Так что это то, что касается блокировки чешского счета. Из хороших новостей: у нас есть альтернативные пути оплаты, то есть мы выстроили цепочки оплаты через другие фирмы. Плечо получается достаточно большое, в связи с этим достаточно большие накладные расходы, проценты, да, при оплате без налом. Но на сегодняшний день такая возможность есть, но, к сожалению, воспользоваться ей могут не все. То есть есть небольшой лимит, небольшими маленькими суммами мы оплачиваем автомобили. И, собственно говоря, очень надеемся, что таких фирм-помощников будет больше, соответственно, объем, который мы сможем переваривать, станет больше. Но самое главное, наверное, что на сегодняшний день мы купили уже порядка 20, даже более автомобилей для наших клиентов, да, и на сегодняшний день стоит задача все эти машины вывести, все эти машины оформить и, собственно говоря, показать их вам, в том числе поснимать и показать на YouTube, потому что на сегодняшний день есть мнение, что вот там это сложно, напрямую на Россию везти невозможно, но я искренне надеюсь, что вот буквально там в июле, в августе вы увидите много машин, которые будут завезены под полную пошлину, оформлены в России, и я искренне верю в то и знаю, как это сделать, как завести эти машины на российскую таможню под полную пошлину. Поэтому еще раз, не переживайте, в рабочем режиме, где-то меньше будет информации, видео. Если на YouTube не выходит, обязательно переходите в социальные сети. Это Контакт, это Инстаграм, это Телеграм-канал. Опять же, сайт никто не отменял, подбор авто. Там самая актуальная информация, выполненные заказы, что происходит. Все мессенджеры работают, WhatsApp рабочий работает. Задавайте вопросы, интересуйтесь. Если в YouTube видео не вышло, это не значит, что все плохо и мы закрылись. Нет, просто повторюсь, сейчас будет немножечко посложнее сохранять темп выхода видео каждое воскресенье. Также вы часто спрашиваете, что у нас есть в наличии. Мы давненько ничего не возили, решили исправиться, и вот сейчас будет анонс, анонсище. Купили две машины, ну и, конечно же, это BMW. Пытаюсь смотреть на другие марки и модели, но настолько чеканутый, что ну не получается, и опять же, будут BMW. Но BMW, как всегда, непростые. Одна машина — это пятерочка, 520, X-Drive, и с просто жирнейшим конфигуратором. Панорама, вентиляция, комфорты, адаптивная подвеска. Вообще там все. Проекция, Harman, задний климат. Таких машин на досках объявлений, я думаю, вы не найдете. Машина с честным пробегом 117 тысяч километров. Опять же, вот можете посмотреть. В ближайшее время, уже вот неделя, эта машина будет в Москве. Ее можно будет купить, и ее ценник я вижу около, ну, 3 миллионов рублей. Примерно будет так. Еще одна машина, ребята, это просто эксклюзивный эксклюзив. Сейчас BMW-шники, я уверен, пустят слюни. Ребята, это тройка BMW в новом кузове.
И, конечно же, в кузове универсал. Таких машин на нашем рынке нет, официально они не продавались, и они только начинают быть проходными, то есть им начинает исполняться 3 года. И я уверен, что это просто первая машина, которая будет завезена в Россию в этом кузове. И это не просто тройка, это машина с индексом 330D, это 3-литровый дизельный мотор, это полный привод и мощнейший конфигуратор. Панорамная крыша, Harman, комфортный доступ, адаптивный круиз, фирменный Ishtaril Blue цвет и светлый салон. Посмотрите на эту красотку, ребят, это эксклюзивнейший эксклюзив. Эта машина тоже скоро будет в России, и ее можно будет купить. Ценник я вижу примерно 3,5. Вот так вот, примерно 3,5. Когда машина подъедет, она будет, наверное, примерно через месяц, то уже можно будет предметно поговорить. Но уже сейчас вы можете эту машину забронировать небольшой предоплатой. Тогда мы сможем уже более точную калькуляцию сделать и зафиксировать эту сумму, наверное, в рублях на сегодняшний день. Вот такие вот новости из того, что мы планируем привезти. Ну и, конечно же, мы продолжаем смотреть машины в Германии, мы продолжаем закупаться. Я очень извиняюсь перед людьми, которым я отказываю. Есть просто огромное количество людей, которые у нас уже заказывали машины, хотят сейчас заказать повторно по этому сладкому курсу. Но вынужден просто отказывать. Извините, пожалуйста, опять же, вот вы маленькими порциями берем эти заказы в работу, потому что, ну, реально не вывести это все. Невозможно нормально работать. Правильно говорят, да, с логистикой тяжело. До 1 июля большинство перевозчиков, в том числе литовских, работали на Украину. Там был беспошлинный ввоз автомобилей, и туда просто эшелонами все завозили. Ему уже четверо суток, а це карелацькі жуки, які скакують, поки народ стоїть наше. Давай, давай! Я правильно. Воду, кофе, кед вам даваю забрать, а вас попросим до машины. Розуміло, окей, добре. В связи с этим увеличенные ставки за перевозку и очень длительное время ожидания. К сожалению, мы кидаем заявку и ждем, пока заберут машину неделю, две, три, месяц. И это на сегодняшний день абсолютно нормально. Такое ожидание, это нормально. Многие клиенты, заказчики это не понимают. Мол, как так вот? Я же оплатил машину, почему вы ее там вчера оплатил, а сегодня почему вы не забираете? Ребят, я так забирать не умею. И партнеры, коллеги, перевозчики, с кем мы работаем, с такой скоростью тоже машины забирать не умеют. Поэтому сейчас средний срок поставки автомобиля будет примерно 2 месяца после того, как вы перевели деньги, и мы вашими деньгами дальше расплатились за машину, и продавец нам подтвердил, что все окей, вот с этого момента будет примерно 2 месяца. И опять же, не нужно тыкать, вот сказали 2 месяца 60 дней, и все, и так вот, 61 день уже все, я не готов больше ждать. Нет, может быть, это будет чуть быстрее, может быть, это будет чуть дольше, но вот примерно так. Работа в последнее время – это в том числе и постоянный поиск новых партнеров. Поэтому, если вы занимаетесь логистикой, если вы можете сделать надежный, хороший сервис за вменяемые деньги, пишите, обращайтесь к нам, может быть, мы будем полезны друг другу. Также мы ищем фирмы, партнеров, через кого мы также могли бы переводить, оплачивать машины. Если вы можете подобного плана оказывать надежные услуги, пишите, будем встречаться, разговаривать, пытаться договариваться. Также в ближайшее время я буду находиться в Германии, в том числе для встречи, опять же, с новыми людьми, с новыми партнерами и со старыми в том числе, да. Я надеюсь, что поездка будет достаточно продуктивной. Я надеюсь, что на эту тему смогу там не один видеоролик снять и вам показать, что вообще сейчас там происходит, какое настроение у людей. И, друзья, я повторюсь, что если вдруг вам нужна срочная какая-то обратная связь, нет видео на YouTube, не забывайте, это контакт, Telegram, сайт подбор авто, рабочий WhatsApp номер, можно писать, звонить, вам оперативно ответят, дадут оперативную информацию. Так что на сегодня у меня все, и надеюсь, что наше расставание не будет долгим.